или WhatsApp. С вами Константин Бир. Будем сегодня писать величайший хит. А вторая строчка в середину уходит, а четвертая вниз. Да? Здесь, по-моему. Окончание что-то там. Это, только ты мне сделай погромче музыку. Потому что мне придется прям громко там петь. Идите лесом. Не слышу вокала своего. Голоса своего. А, ладно, я поближе подойду. Лесом я принцесса. Идите лесом. Идите лесом, я принцесса, рванул по встречной, бла-бла-бла-бла. Ну это я очень слабо, я хочу, я не понимаю, а концовки мне вниз уходить? Идите лесом, я принцесса, я думала, ты там выключишь. Идите лесом, я принцесса, я в топе всех гламурных лент. Идите лесом, я принцесса. А кто не верит, и патент! И что с того, что... Слышала меня, нет? Не слышала? Из-за такта? Да, из-за такта. Да, только не пойму пока. И что? То есть будет дырка? Раз, два, три. И что с того, что три бокала? Угу. И что с того... Да блин. Тут просто слишком часто слово «что». И что с того, что три... Тут она как бы, понимаешь, вредничает. И что с того, что три бокала я прокинула в кино? Я, сука, ноготь поломала, я пострадала ни за что. И что тот каждый, сука, дачник мне будет факи посылать? Я демон зла, я баба-мачо, со мной бы плюс...